формирование комфортной городской среды. Завершен первый этап отбора проектов для благоустройства территорий на 2019 год. В текущем году планируется обустроить 12 дворовых территорий и 15 общественных территорий. На эти цели из федерального бюджета защищены более 96 миллионов рублей. Из регионального бюджета направят около 975 тысяч рублей. Республиканской комиссии принято решение изменить порядок отбора проектов для благоустройства территорий. Дизайн-проекты муниципальных образований проходят тщательный отбор в два этапа. Предварительный – на уровне проектного офиса и защита проекта перед Республиканской комиссией. На первом этапе проекты оцениваются по основным критериям – охват населения, получатели выгоду от проекта, активность граждан в реализации проекта, уровень софинансирования из местного бюджета и соответствие дизайн-проектов современным архитектурным требованиям. К оценке были привлечены архитекторы республики и преподаватели кафедры городского хозяйства Тувинского госуниверситета. Всего было представлено 37 дизайн-проектов от 17 районов республики, кроме Троихольского и Тоджинского районов. На второй этап прошли 21 из них. Окончательный отбор проектов благоустройства на 2019 год пройдет на заседании Республиканской комиссии по реализации проекта в конце февраля текущего года.